Мне знаешь, сегодня папа, он пришел, иду в дверях, не швырнул на куда-то там шляпу, а повесил как гостям. Он сказал: «Здорово, дочка», и, смеясь на этот раз, целовал он маму в щечку и бабуле руку тряс. Он не прятался в газету, за столом на всех глядел. Вилку он не бил в котлету, будто кто-то в ней сидел. Был он вежлив, чай по чашкам разливал. Даже бабушку не тещей, а бабулей называл. Я спросила маму тихо: «Мама, что случилось с ним?» В этот день, сказала мама, папа должен быть таким.